Безопасность в темноте. Российских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты. Это правило будет действовать при остановках ночью за городом. При плохой видимости МВД подготовила проект поправок в правила дорожного движения. Какая ответственность предусмотрена за отсутствие жилета, пока неизвестно. В первой половине 2017 года зафиксировали 66 наездов на водителей ночью. Это на 5% больше, чем в прошлом году.